Друзья, ну что, всем привет! Вот мы в галерее Краковском в большом-большом Карифоре. Хотели взять тачку, но там нужно цеплять туда евро или две злотые, что-то такое. А мы решили взять вот я Наташу. Так, народ, пишите комменты. Я не знаю. Надо у людей посмотреть. Короче, у нас такая вот тачка-колечко, короче, и мы ну, вот... Похоже, что так. Она что, нафиг выбросится? А как? Ну, блин, что ты это мне сделаешь? Это какие-то ржаки, я не издеваюсь, я не знаю просто. Я предложила, у меня есть один злот, и потом же его заберем все равно. А тут начинается с алкоголя уже, всякие такие красивые растения есть, будто мы в этом. Ты стал? Человек с интеллектом. Боже, какая ты умничка, представляете? Вот так вот ее поставить нужно ехать. Все оказывается очень просто. Так, пишу. Так, друзья мои, сейчас покажу вам немножко цены. В прошлый раз вы просили, я сказала, что я делала уже. И видео оставлю в описании. Это был маленький Карифор, который находится на первом этаже. Сейчас мы в очень большом, огромном Карифоре, который есть и в Эмиратах, и есть в Кракове, есть в Польше. Поэтому сейчас мы уже будем закупаться всякими колбасками на дорогу и себе в Эмиратах. Да, идет он, зашли мы не туда. Я хочу там. Посмотреть не кино. Та дверь, не та дверь. Я вчера. Кто понял, о чем, пишите лайк, ставьте коммент. Так, Наталка там какое-то вино ищет вкусное с дикой розой. Вчера ели мороженого. Мороженое там. Она увидела бутылочку. Там она стоит, конечно, 50 злотых, это дорого. А вам просто скажу, что есть такие фирмы, как Саплика, там Любелска, Саска, всякие вот такие вот маленькие вкусные штучки. Можно пробовать, привозить сувениры. Ну, такая стоит, допустим, 17,59. Смотрите, все здесь есть гранаты, грейпфруты, цитриночка. Может, даже вот такое вот есть. Это нельзя произносить на YouTube. О, Господи. Ну, кстати, такое пили уже в парке. Сидели, пили, вам показывали. Никакого такого эффекта не дает. Вот Саплика есть. Это сколько вам сейчас скажу? Господи, сколько же это? Сейчас, друзья мои, непонятно. Не могу так. 200 миллилитров, 28 градусов. 200, цена за 200. Разные, есть совсем малюсенькие. Вот 9,25, 8, вообще 6. Ну, зубровочка по 6. Вообще вот такой сувенирчик маленький своим друзьям привезти, конечно, можете. Друзья мои, смотрите, прям тут все нулевое. Отдел нулевого пива. Ну, нулевое в смысле, что безалкогольное. Вот картли, кстати, очень вкусные. Умножили на ноль. Но я не знаю, вот пила вчера, этот пила, очень горьковатый. Горьковатый, да. Горькая. Не, оно не горькое. Наверное, возьму белка поповицкий козел. А дивись, айдельместе. Я, наверное, возьму козлика, ну я не знаю, как бы. Ну, тоже. Вот. А ну дай подивись. Ну, не знаю, ничего страшного. Вот это вот танец прикольный, кстати. Это вот мы когда-то брали, когда проезжали. А ты ж Карлсберг пьешь? Да. Карлсберг. Да, и вижу, я же его уже пила, хочу снова попробовать. Еще вот такое пиво есть. Ну так, в целом... Стоп, это чешское. Чех, не поняла. Аутентик чех-то есть. Я, наверное, в Чехии пили. Так, козлы, это же помню... польское или нет? Я помню, что мы просто уже пили это пиво, оно какое-то хорошее консенсация называется. Ты права, наверное. Может, вот это вот танец мы пили пиво, но я помню, я вчера пила что-то там. Да, что оно неплохое, но дело в том, что я бы хотела 0,3. Игуана я хочу. Игуана не. Амин. Корона есть? Нет, корона не хочется абсолютно. Я взяла нулевое ты хочешь? Нет, я черное. Угу. Черное пиво очень вкусное, конечно. Это. Когда я алкоголь употребляла, я пробовала, было вкусно. Да, давай мне козел, неважно какой, я хочу козел. В общем, народ, пиво и всего остального здесь завались. Наташа нашла какую-то баночку, его стоит 11 чем-то, да? Ага, 11 сэшн от... Манго, маракуйя, это Эль. Он Сидни Адвенчер. Ух, он тоже нашла какие красивые баночки. Вообще такие открывательные, смотри, Сидни. Смотрите. Шо? Адвенчер. Рай, Австралиан Пилс. Австралийский, это здесь. Что такое? Пилс. Таблетки вообще-то. А вот это? Не знаю. Crazy Rings, что-то подозрительное. Что-то подозрительное здесь. Прикольно, слушай, красиво, мне нравится, это черный. Ну, то есть я уже пиво какое-то взяла на сегодня, поэтому... А, ты вот такое взяла? Не, разве такое, его такое? Лагерь? Нет, да, это не Цюхер, это классная фирма, я не было этой фирмы. Мы купили какое-то червоное пиво, вот такое вот тебе. А, ну может, Вьена, да. Лагерь, это точно, оно. Точно. И он мне купили, когда покупали уже шорсы, может, был, может, будет. Точно. Покупали с вами в Жабке. Я хотела хот-дог, а потом купили еды.
улиточка, собачечка. Такса и попуга. Такса и попугай. В общем, летняя пригода. Да, летняя пригода. Летнее путешествие. Другий уикенд. Другий, я не знаю. Какой-то уикенд. И дзен вольный. И какой-то ты вольный, короче. Свободный. Ну, дзен, да. Короче, свободный. Хватит нам уже тут в алкашки лазить. Ну что, прикольные, понимаете? Пошли-ка мы уже, наверное, поедим что-нибудь. Смотрите, какой же он огромный просто. Помните, мы с вами были в Карифории, в Кении, в Эмиратах просто. Вот, вот там еще вот дальше вот туда вот просто идти нужно. Но нам нужно купить пару булочек, колбасок, мяско. Ну, пару булочек все нужно купить. Господи, клубника есть прям с бутербродом. О, мне бутерброды нужно купить. Кстати, я же себе бутерброд на дорогу не купила, а ну. Что-то какой-то не очень. А может и очень. Ничего, я как раз хотела такой сэндвич, обычненький такой. Майонез, огирок консервованный, помидор. А кроме майонеза, что-то мяско, и мяско какое-то есть. Ну, нарисовано, что. А вот то, что такое, я извиняюсь. Вот подождите. Вот тут вот, что это? С яйким какой-то. Не знаю. Канапка. Канапка. Сос. А, кебаб, я что-то ж кебаб взяла тоже. Ну, я длинный какой-то кебаб взяла. Да. Я хочу какой-то вот такой, в принципе. Бери. Да, наверное, вот такой я себе и возьму. Дату 21-го. Давайте дальше полезем. Так, дата, нам нужна дата 24-го. 24-го. Ну, короче, возьму сейчас какой-то вот такой. А вот что, один? Бутерброд. Еще будешь? Посмотрим. Мало, сейчас. Да? Да, я же покажу просто вот все, вот сколько лет сейчас будет. И булочек показываю. Просто я тебе дала. Да. Ну, я фиг с Крисп. Не, ну тут, у нас, тут лучше. У нас классные тут, а в Эмиратах не так. Да. Ну вот, смотрите, здесь изобилие. Вот это прям закусочка уже лежит. Вот есть колбаска такая, но видно, что есть какие-то перчиковые такие, да, штучки. Вот такая колбаса из салями Милана. Ты здесь цены, если перевернуть просто хотя бы. Так вот, 7,50 злотых. 7,50. О, классно, уже видно. 7,50. Вот такая вот 6 стоит. Пару штучек можно брать. Тут не вчера видно. Вчера я классную съела, но там, правда, по 13 тут было. Тут тоже не видно, если перевернуть. А как же, а где вообще цены? Что же вы, а не вот, пишете? 15,79. Ага, вот стоит такая вот нарезочка 15 стоит. 16. А вот такая сколько стоит? Вот это? Да. Испаньол. Как, угу, это 14? А может, нет, 14. И такая 14. Да, это... Друзья, взяла я сэндвич за 9 и беру за 10 вот такие два бутербродика. Здесь очень прикольно, что я увидела ветчинка, яйцо. Надеюсь, вон там видит. Написано канапка, огирок консервованный, яйцо и ветчина. Это прикольно, мне нравится все. Так, дальше можно надеть перчатку и взять какую-то из булочек. Булочки здесь, значит, один от 1,9, даже 59 есть. 59, вкусненькая такая, да? Дальше есть с маком. Тоже 59-69, это так. С такими семечками 129. Вкусненько. И тут уже булочки так 1,29, 1,55. Наталка вон там уже набирает что-то. Выбор булок, конечно, здесь офигенный. А кто любит булочки все? О, ты видела, Наташ, какие? Зеленые, черные. 3,90 стоит. Ух ты, не, я не бачила. Что-то шпинат и что-то. Шпинат. Каракатицы всякие сеть? Не знаю. Может. Мы будем что-то брать? О, ты хотела себе взять перчатки? Да, да. Мне надо это. Сюда шампунить, а что-то еще. Это? Так, а что будем брать? А я не знаю. А мне так на той стороне нравится. Сейчас выберем, идем посмотрим. А еще? А ты говоришь, какие твердые? А вот эти твердые уже. Хотели взять эти булочки. Ой, оно дырка, дивись вот, вообще. Уже твердые такие. Или они с чем? Кулечком пробуют, не волнуйтесь. С маком мягкий, но выковыривать их из зубов не лег. А эти прям, говорит, женщина теплая, берите. Что это? Женщина Наташа. Это говорит. Сколько Наташа она стоит? А я не знаю, гривна 79. Гривна 79. Злото 79. Злото 79. А сколько нам требуется? Ну, штучки 4 давай. Ну ладно, тогда перчатку. Друзья, мы подходим к вкусняшкам. Вот такой донатчик стоит 3, а все остальные по 3,09. В принципе, ну, а, ну и 3,85. В принципе, доллар или чуть меньше доллара стоит. Я донатцы люблю, но сейчас их есть не буду. Вот. А еще мы тут брали круассаны вкусные, в принципе, вот 2,05, 2,95 стоит. Тут все пооткрывал, люди, закрывать же надо. Вот. Ходим только закрываем за все. Ну, тут сразу чемоданы есть, тетрадки, подготовка к школе. Другие вкусняшки, ну, все, что мы здесь брали, пробовали вообще в Карифорах, вкусно и реально, ну, блин, свежие. Такой тортик Наташка любит. Так, спросим у нее, будем ли мы такое брать, не знаю, сейчас,
чтобы Наташу бы найти. Наталку в колбасе искать надо. Тортик, смотри, не? Такой. Это не торт. Не тот тортик, да? Наташку в колбасе искать надо. Так, сейчас мы тут пойдем на колбасу, а я пойду пока тортик отнесу. Кстати, вот такие варианты кабанаси есть, но мы любим другие. Кабанаси сейчас покажу и порекомендую вам. Народ, вот, смотрите, что мы нашли. Помните, мы эти штучки пробовали вкусные в шорте? Сыр. Это же этот овечий сыр. Асцепеник. Асцепеник. О чем мне написано? Аджикера какой-то. Не знаю. Сколько он стоит? Можно взять вот этот? Ну, две штучки. Один. Один взять? Ты не будешь? Один, две. Посмотрим. А сколько оно кошка? Так поели, да? Дома? О, так оно не дешевое. Грамм. Ого. Сколько оно стоит? Оно не дешевое. 55 от 8 до 9 оно стоит. А я не знаю, сколько оно стоит. Оно и так стоило, скажем так. Да, оно не дешево. Давай одну штучку возьмем, чтобы вот так было. Ну, типа это вакуум, да? Давай. Когда Наталка там осцепенник выбирает, я вам покажу колбаски. Смотрите, это торжицкий, самый вкусный, мы их берем, и нам реально нравится. Но это вепровые, это свиные. И, кстати, они не очень, честно, от них не помню, или живот болел, и вкус такой себе. А вот должны быть дробовые, ага. Тут только вепровые. Да ладно. Идем вот туда вот, вон там вот еще есть. Какие-то вот курсак есть, но это нет, другая это уже. Это другая фирма. Так, ну, идем вот там, знают. Вот я вижу, еще есть. Да, дальше очень много всяких фруктов, овощей. Давайте посмотрим, сколько стоит с вами. Ну, вон перчик 12,99. Чтобы просто вы были в курсе, сколько стоит. Это 7,99 огурчики. Так, что у нас дальше? Ну, давайте там скажем, сколько стоит морковка. 4. Ну, что понимаете, на рынке возможно купить дешевле. Так, дальше что? Апельсины 6,25, мандарины 15. У нас мандарины были сегодня нам на завтрак. 8,99 есть мандарины вот такие. Лимоны 4,49. А есть такие-то лимон вообще? Это не лимон, это грейпфрут. По 9. И есть грейпфруты вот такие вот по 7. Так, Наташу бы найти еще. Где-то снова. Если в duty free ее можно найти в парфюмах, здесь, конечно, как в колбасе надо ее искать. Ну что, нашла? Это слынные, это вегетарианские. А, вегетарианские. Помните, мы в вегетарианском кафе были? Так вот уже, мы уже и вегетарианские колбаски за 7,85. А, нет, это другая фирма. Тогда идем шоколад. Да, потому что вепровы, конечно, нам не очень. На первом, на большом полосе такие 7,45. Да, не хочу рисковать. Не хочу деньги. Потому что, ну, вот те же, это же фирма, ну, вепровые, они же не очень свиные. Зачем же нам брать те, которые не очень? А помнишь, мы другую фирму взяли в этом, во Вроцлаве, коли было? Да, какие-то бумажные. Это вот реально не рекомендую такую вещь. Да. Так, грибы почем? От 5 до 9 цены. Вот, такие вот малютки 8,39. Я что-то думаю, что там нет. И придется нам с вами на первый этаж идти еще смотреть цены. Ну, давайте еще сейчас посмотрим что-то. Арбузик 1,49 стоит. Наверное, за килограмм, естественно. Наверное, обидно, что нету. Ну, потому что дробовые самые классные. Пойдем на первый этаж сейчас. Ну да, пойдем на первый этаж, потому что это не вариант нам вообще никак. Смотрите, 190 грамм, 20,29 стоит. А это кто, поляки робили? Наверное. Да, ну выбор есть, в принципе. Да, я не чувствую. Наташа кажет, что очень мало выбора, ну, говорит, мало выбора, что-то вот. Ну вот по 4 что-то, бекон какой-то. Смотри, ну вот цены. Мне такой не нравится. А, ты хочешь такой? Давай, я не знаю. Вот такое. Что-то взять просто с собой, чтобы чуть-чуть покушать можно было. Ну не в самолете, а дома там колбаску какую-то. Ну давай такую возьмем хотя бы. Что-то вот такое. Это вот. Мало, не? Яка хребина, народ, яка хребина просто. Не, ну в принципе дрожжей додали. Прикольно. Это декор? Я реклама такая, думаю, это декор. Наверное, декор, да. Прикольно. Так, идем сейчас посмотрим колбаску с другой стороны. Чувствую, все-таки пойдем в Карифор маленький внизу. Ну странно, что почему в маленьком Карифоре есть то, что нету здесь. Кстати, вот такие вот нуглсы по 14. Огромная порция. Интересно, разогревают, наверное. Мы вам уже показали, я просто для себя понять.
Стоит ли что-то брать здесь? Ага, мы прошутто ищем, а эта ветчинка стоит сколько здесь? 11,99. 12 грамм стоит сколько? 100. 100 грамм. Да, я уже подумала. Ну, конечно, такая вкуснятина всегда стоит такие, ну, не бешеные деньги, но приличные. Ну, вчера я такие прошутто классно сделала, тоже 12. О, кстати, вкусный соус был, помнишь, нам привозили, надо его тоже посмотреть. Тоже хотела. 23, да, вот это прошутто, да, типа, ну, я, да, не знаю, сколько прошутто. Грамма, но 250 грамм, 35,59. Ну, зачем мне столько много? Не, ну, я, конечно, ем. Приличненько. Кстати, друзья, паштетики, вот цена 1,69, 3,05. Ну, мы берем в Эмиратах, паштеты вкусные, но здесь просто тянуть, а почем, тащить нам, помню, дороже, нам тяжело, конечно. Ну, сейчас еще вам покажу, что вот такие вот, кстати, допустим, всегда дорогое. Рио, тунец, 15,59, и вот такой вот дешевый тунец, 5,24. Так, ну я хочу уже посмотреть сладость, а соус-то где был, тайский соус. Давай сейчас сюда посмотрим. И соуса-то вот тайского пока нету. Что-то Карифор большой, всего дофига, а брать нечего. Ну, давайте суп Кнор посмотрим. Вот 2,50 стоит. Помидорковый с макарончиками. Ну а что? Вот то, что нам нужно, ну, нету. Да, нету. Ни дробовых нету, ни нормального салями, ни, извините, этого соуса, да, вкусного тайского. Ну да. Завтра уже выезд, как бы, и не хотелось бы время тратить. Ну, блин, нету ничего вообще. Что-то как-то... Карифор огромный. О, зато перники есть. Народ, смотрите, это очень вкусные пряники в шоколаде. Это реально, это такое вот польское угощение. Ну, вот это вот, может, возьмем что-то. Кстати, вчера я хотела взять, если у Наташи будет место в чемодане. Так, давайте сейчас, значит, перник сейчас будем выбирать. Скажу, выбрали, я покажу вам кофе просто, какое есть. Если брать всякую косту, это, конечно, вкусно. Давида, все такое. Но мы покупали польский кофе, и вообще ни о чем. Невкусно, друзья, невкусно просто. Какой-то мы, ну, это карифоровский, какой-то мы брали еще кофе. Оставлю видео в описании. Было первый раз, когда мы пришли в Карифор. Это было в 2 года назад. Мы снимали видео, и это было Нижний Карифор здесь. И мы там купили кофе, но невкусный, да? Наташ, польский кофе вообще ни о чем. Невкусный. Не совершенно. Поэтому нет. Вот кофе мы не рекомендуем везти, ну, вот, из Польши. Не, ну, может, кто-то знает. Кто-то знает какую-то фирму классную, да, но то, что мы взяли польскую, ну, такую какую-то я брала. Блин, надо с собой это видео пересмотреть уже. Но, честно, друзья мои, нет, кофе нет. Так, для любителей чаев давайте просто вот, не знаю, такой Earl Grey 15,69, Dilma 8,29. Я даже не знаю, если что-то увидите, я не озвучила, пожалуйста, на 3.8 делите, это будет в долларах. Вот такой 9.49 стоит. Так что ладно, народ, что-то мы тут уже подзадержимся, идемте, наверное, с вами дальше посмотрим. Друзья, пряники пойдут в нашей тачке, выбрала я с черным шоколадом, 8.09 стоит, это с молочным, это с черным. Короче, пряники я хочу. Я сейчас вам забавку покажу. Хочу прочекать цену. Это будет сейчас прикольно просто. 20 злотых, 29 гроши. 20-29 злотых. Бабища-бабища, что-то такое. 20-29, да? Я посмеялась. В общем, такая стоит 20-29. Взяли еще одну такую. Салями, но традиционную. Так, кстати, я показала цену, но не показала, кстати, что мне показывали олейную. Очень неправильное дело. Вот олейна есть. Олия, да. В смысле, масло подсолнечное 7,29. Есть такое, большая бутылочка. 22,75. А сколько же здесь? 7,5-8 литров. 7,5 литров. А это литр. Вот. Что еще показать? Ну, тут вообще разные. Тут вообще из апельсина. Ого. Короче, на 3,8 делим. Прикольная. Вот Бартек подсолнечная, 12,99, 13. За сколько тут, литр? Да, литр видео. Эти всякие арахисы. Ну и всякие вот тоже интересные фирмы, наверное, которые и так есть во всех странах. Так, а мы своего соуса не видим вкусного? Ну и пойдем. Да, пойдем по их.
хрен. Хочешь? Или это не хрен, или это буряком? Не знаю. Не хрен, с храном, с хреном. С храном, хрен, да. 4.19. Ну и хрен с ним. Пойдем, да. Теперь сейчас оплатим все. Покажешь нас в тачечке. Ну, богатые. Все, что мы вам показывали, в принципе. Это больно. Все в тапочке. И, ну, в принципе, платье мы пойдем еще в маленький Carrefour, который находится на нижнем этаже. Вот мы нашли похожий. Ну, это чили с солодкой пикантной. Вот эти очень вкусные. Мы привозили просто. Ну, это соус, не просто. Это. Да. Ну, вот такая большая стоит сколько? Соус чили. И тут соус чили. Непонятно. Вот. 14.99 акция какая-то. Это маленький? А понятия не имею. Это вот 700. Непонятные цены, а маленькие сколько стоят? Блин, Наташа. Короче, народ, вы слышали, как бутылка там дзенькнула, короче, ну и упала и разбилась. Да. Получается, просто оно было так поставлено, что на самом деле, наверное, не задеть ее невозможно. Так я смотрела цену, там невозможно не задеть ее было. Ну получается, еще я должна думать об этом. Кто ставил, должен думать. Но тут еще такие моментики, что я бы в жизни, нет. Она просто упала, разбилась, да. Мы такие, блин, ну вот что я должна делать? Упала, мы берем на себе свой соус и отходим. Да. И тут два таких поляка такие, ой-ой-ой, кто за это платить будет? Вот. Наташа вспоминает момент такой. Есть реально официально, что после праздников, после праздников, после каких-то семейных сот, праздников больших, значит, они, поляки, у них есть такая особенность, они видят уровень жизни, то есть кто-то купил машину, кто-то что-то, кольцо, кто-то что-то, и начинаются не прямые, но стукачество. Стукачество в налоговые органы, ну и так далее, вы понимаете. То есть чисто это просто проходи мимо. Проходи. Проходи мимо, чего это он такой, это... о, это. И работник, иди отсюда, короче. Да, то есть это, ну, а вообще... не сразу. То есть, короче, мы заплатили за свои продукты, вышли и пошли, короче. Пошли. И вот мы уже в этом этаже. Запомните это. Да, запомните, правило, что... будьте осторожны, короче. Нет, это, да, с ними осторожно, а с другой стороны, это правило. Если ты неправильно поставил, ну цену там не было возможности рассмотреть. Так что то есть, Даша говорит, что если неправильно была поставлена эта штука, ну, просто надо бы сказать, извините. Я не специально брала и платить не буду. Я не ну, подошли последнюю цену, и она упала. Все, пойдем в маленький Carrefour. Зашли уже в маленький, вот дробовый. Вот это вот вкусные, реальные вкусные очень колбаски. Кстати, зашли с кульком, спросили охранника, он говорит, что ну, есть, что вообще не уходит. Вот, что это? Вот это такая... Короче, это вепрови не очень вкусные, а вот... Не, ну мой желудок не переваривает это. Вот маленькие, вот мне маленькие нравятся. Вот смотри, маленькие по 8.65, они очень такие вот приятненькие. А эти потолще. А эти за 10.39. Можно и таких взять. Такие где-то три штучки, и таких три штучки. Без додатки. Будет прикольно. Давай. Ну, друзья, такой небольшой Carrefour, мы здесь видео делали, маленький, уютный, мы всегда здесь покупаем бутерброды и булочки, когда уезжаем и идем на вокзал, и где-то здесь мы кофе брали, я не помню, какой уже. А ну, сейчас. Вот какой-то вот такой, может, вот такой, по-моему. Да, вот это традиционал. Традиционный. Вот это вообще никакой поляцкий, не берите его никакой просто. Берите нормальный кофе, или кенийский, или эмиратский, короче, или который в Украине продается. Вот, тут уже там есть булочки, есть все, есть чаек, есть сок. Сейчас возьмем сачок, молочко есть, кстати, вот цены такие. И ну что, все, будем уже идти прогуливаться Краковом. Последняя уже ночь в Кракове.